Выставили, что он это, заагрится. А че я не агрюсь на тебя? И он видит. Ой, ты что? С одного удара угасил. Угасить его? Ого, он бегает. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Васаби Скромник, Кинганчпук, Магический Чай, Радекс, Чебузаврик, Гуф. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Однако, здравствуйте! Всем привет! Вышел новейший пак на SCP, поэтому будем делать обзор. Если опять укушать, тебе приятного аппетита, а мы будем начинать. Я шарю, Дим. Я тоже шарю. Вот. Это тоже у нас шарю. Чумной доктор. Кстати, я когда вселяюсь, прям идет музыка, и все прям круто. Так, что я могу делать? Я могу ходить... Слушай, ты когда убиваешь, ты вот можешь убить и потом на кнопку, по-моему, на там, не знаю, не помню. Превратить на Е. Да-да-да, на Е. А если я Е нажму, я выселюсь. А, да. О, вот, зомби, видишь, Дим? О-о-о, зомбак. Встал? Точно. Кстати, смотрите, насколько детализировано и круто сделано. А еще текстурки есть, как брёвна. Да, у него с рукой. Офигеть. А у него немножко, ну, он такой полурахит. Ребята, кто хочет с нами записывать классные обзоры и просто пообщаться и попасть в ролик, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти. На, сразу тебе по мордасу. Блин, звучка офигенно. А че чумной доктор стоит просто? А, не, пошел. Так, сейчас будет еще одна с один зомби. А можно убивать их? Ну да, давайте, наверное, все-таки замочим его. Давайте, мочите. Кстати, нормально жизни, не так уж и много. Ух ты, молодцы, хлопцы. Зомби. Ой, красиво, что за РПГшечка такая эпичная у тебя? Ой, красиво. Я убил. Молодчик. Так, ну что, ребята, продолжаем, потому что впереди у нас очень много прикольных монстров. Подожди, а это другой. Это Хэллоуин. Это а, тут есть, кстати, хэллоуинские, да, вот хэллоуинские. А что он делает? Что, подожди, а что хэллоуинский делает? А стой, а у него должна другая моделька быть, но у него моделька, которая обычная. Да, у него моделька... А, стой, у него белые глаза. А хотя у него, по-моему... О, зомби! Вот, а что зомби? Да, призрачный зомбак. Он блин, круто! SCP-049-2, это получается зомби. Что, может, зарабаша его в голову? Есть. Да, потому что это обычный зомби. SCP-049-2. Это, короче, те же зомби, только хэллоуинские. Короче, прозрачные, которые. А ну что будет, если будет дамажить? Пусть дамажит меня. Я стану зомби или нет, если он убьет меня? Мне интересно. Нет, ты не станешь зомби. Не станешь? Точно? Да. Да, ты не станешь. Чумно может это пробудить. Ой, прикольно, зеленый стал. Зеленый. Хорошо. SCP-079. Так, я сделал, чтобы они нас не убивали. 079. Компьютер. А, это компьютер. Так, а что я это могу компьютер делать? А, ты можешь, если, ну, в игре есть камера, ты можешь между ними можешь переключаться, там, выключать свет, это, заблокировать двери, чтобы никто их не открывал. А, ну, короче, в игре смотрите, полезно. Короче, очищаем карту, его не удалить и не поломать. О, да, самые интересные пошли. SCP-096, ребята, сейчас пойдет уже эпичик. Это, кстати, современный вот этот чел. Кстати, это смотрите, он... они переделаны, они не такие, как обычно, да? Да. Так, подождите. Это современный чел. Если на него посмотришь или выстрелишь, то он это, заагрится. А че я не агрюсь на тебя? И он видит. Ой, ты что? С одного удара угасил. Угасить его? Ого, он бегает. Он медленно бегает. Мы тебя убить? Сейчас попробую. Ого, блин, крутой NPC. Ребята, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы снимем с ними какой-то прикольный ролик. Просто обалденный сделаем. Мочите. У него там ХП. Он быстрый, по нему попасть невозможно. А у меня еще жизни пополняются. Да? Да. Да, у него есть. О, нет, не догони, край. Ой! Догнал. Извините, да, пацаны, обстоятельства друг друга мочим. Остановись, я. Мочите. Мочи. Я выселюсь с него. Я включу, чтобы NPC нас схватил. Во! Вот это он псих! Смотрите, что он делает! На! Сейчас он меня убьет, ребята! Кстати, в игре можно за него это... Он, то есть, когда его агришь, он видит цель сквозь стенки, то есть они подсвечиваются. Для этого, типа, спрятаться от него нереально. А, я его не трогаю, он меня не трогает.
если ты на него не посмотрел, он убьет все. Вот, я его задамажил, он должен меня сейчас тоже убить. Всех убивать, я ему в лицо не смотрю. Так, ладно, значит, будем делать следующий обзор. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы поставим всех NPC и их включим. Это будет просто мясо. И сцепил 96 old. А, это старый вот этот, он вообще ничего не может, он рахит. Давайте будем проверять. Давайте. Он, кстати, сквозь стены уже не видит. То есть раньше он сквозь стены не видел, и он был вообще слабый. От него а что не было... дамажит? А он сейчас это загрется, у него вот это вот старый, который сейчас начнет орать. Давай. Ну. О, да, да, да. Пусть он. А что раньше было лучше? Блин, он прям такой. Нет, старый лучше. А вот стрёмный. Не знаю, что. Ладно, дамажим его, он какой-то ни о чем вообще. Убивайте его. Вообще ничего. Какой-то слабый. Ребята, упал. Не забудьте обязательно написать в конце ролика, какой NPC больше всех вам понравился. О, смотрите, вот этот уже такой, прям, смотрите, какая у него челюсть. Ох, он стрёмный. Ой-ой-ой, пошел. И меня. Меня не трогает почему-то, а чё меня не трогает? А, нет, забирай свои слова назад. Я за класс D как раз играю. Точно. Так, пацаны, у нас их очень много, поэтому надо всех пересмотреть. Это Хэллоуин. Воу, прикольно, как он страшный. Ой-ой-ой, сразу в голову прописал с кулака мне. Это неадекватный. Молик, я в него могу? Мне попу проверяю. Так, надо дать какое-то оружие сразу, чтобы мы могли их убивать. Очень, очень лихо. Ай, ты зараза, а, не успел. За что? Да я его сжег. Ну, пацаны, обстоятельства. Я же защищал. Вся. Опа! Нет. Да заберет в измерение. Боже, заберет мне в измерение. Ну, забирай. Я тоже хочу. Давай. А на этой карте нету. Не-не-нет. Блин. Он какой-то просто неадекватный псих. Бегите, там бомба. Надо его мочить, мне кажется. Ай, бомба. Не взрывайся, это О, у него много жизни очень, у него много жизни. А, кстати, в игре у него очень мало, типа, хп снимается от пуль. 106 Хэллоуин. Да, кстати, Хэллоуин. Ах ты! Я его не увидел даже. Так, я понял, он какой-то получитерский. Хэллоуин, ой, Хэллоуин 106. SCP 106 Хол. Новогодний? Hall? Ну, дырка просто. Был. Где он? А, дырка от него просто, его нету, понял. О, пошли самые интересные. Степи 173. А это старая печенька, она вообще... Да. А вот новая печенька, это вообще... Хорошо. Она такая имба. Так, за спину не тпкайся, падла. Опа! А вот это не ее бомба? Да. Ой, а ну взорви ее бошку, взорви. Печенька камикадзе, на. О, что-то медленно, да, тратится жизни совсем. А ну отвернусь. Отвернусь, пусть замочит она меня. Она не убивает меня почему-то, а чё? Ой. А она почему-то не убивает. Короче, мочи ее, взрывай. Да. А ну будет разлетиться на куски? Будет... О, анимация есть, смотрите. Да. О, давайте в футбол играть. Пацаны, смотрите. Футбол. Головой 173-го, ребята, кто-то играл еще в футбол? Так, поехали дальше. SCP-173 April Fools. А что это за урод? Что это за урод маленький? Это из 2017-я печенька, она на Новый год. О, она убивает хорошо, кстати. Это вообще-то при... Это 1 апреля её добавляли. А, да? Да, конечно. На, ладно. Печенька камикадзе, ребят. Печенька камикадзе, бегите. Поехали дальше. Это печенька... А. SCP-173 Christmas. А, это новогодняя печенька. Эй, не пугай. Не на того бомбу. Бум! Ну что вы делаете? Да что, намочит стопками все, хорошо? SCP-173 Матхеу. Матхеу. О, это новое. А что такой стрёмный? А кто такой? А это из авторских прав? Да, ой, извините, маску взорвёшься. Давай, взрывай. Бам!
вам. Ой-ой-ой. Сразу видно. Радек. Профессионалы. Так, поехали. SCP-207. 207 это что? Это таблетки. Кола. Это бутылка, это выпиваешь колу, у тебя получается больше скорость, но у тебя тратится жизнь, да? Да, Хорошо. SCP-268. Это невидимка. Это шапка. А ее можно одеть? Давайте попробуем одеть ее. Я тоже хочу ее одеть. А ее, по-моему, нельзя на ну попробуйте. А, что я делаю? Невидимка! Шапка невидимка! Одел, точно! Да ладно, работает, ребята! Всё, ну попробуй колу выпить. Может и кола работать будет? Стой, а дайте где колу. Вот. А какой кнопкой? Нажимаю на Е. Давай проверим, если мы тебя убьем, тебе останется невидимка, спадет или нет? Почите его. Все секунды. Не, я невидимка. Все равно? Читали. Ну-ка, снять. Попробуй еще раз эту шляпу одеть. Может пропадет? Ее надо снять. Да, ее надо снять, но я только не знаю как. На Е. А где я ее взял, тебе ее снять надо. Ну, снял еще. Не снял. Вот, нажимаю. А ну-ка. Одну на одну надевай сверху. Не хочет. Ой. Ладно, будешь у нас невидимка до конца ролика. SCP-330. Во, конфеты, ешьте кто-то. Кто сейчас конфеты? О, кушай. Нельзя брать больше двух. Если возьмешь больше двух, тебя руки... Все, вы захавали их все, вам жопа. Мы застряли. Нет, вы умираете. Вас... руки у меня нет. Рук, и я не умираю. Убейте меня, ребят. Мочим. Я в туалете. Ай. Дима, я в туалете. Так, SCP-939. Собакелла. Я заражен. Ах ты, блин, смотри, как она быстрая. В тех частях она была медленная. Она всегда была такой быстрой. Пошла. Мочите собаку. У меня неуправляемое оружие в руках. Стой, там можно пулемет поставить? Мочите эту собаку вонючую. Хорошо, мы тебя сейчас замочим. Обстоятельства. SCP-953 Хэллоуин. О, прикольно светится зеленым таким. Смотри, а? Она увеличилась, сейчас же поедание. Она когда дамажит, вроде уменьшается, потом опять увеличивается. Ну да, без понтовка. 939-89. О, жопа опущена. Ой, это другая собака. Вот эта собака, я тебе люблю. Это был совет, это сам. Мочите. Ну такие способности прикольные, но обычные. Так, пошел. Я на тот свет. 933, 939, 89, Хэллоуин. Ой. Давай, задамажь. Да, дамажит нормально так. Она прям красивая. Мощная, мой. Да, прям очень яркая. Собакела. Мой любимый цвет фиолетовый, вот собака. Так, и SCP-939-XX. Этого нет. Это Шуарин, это добрый. Он добрый. Он дамажит? Желейка. Дамажит, какой добрый, ты чего? Это желейка, в смысле она дамажит? Ого, у нас там какой-то пулеметчик. А, он невидимый, я ж забыл. Я пулеметчик. Я пилю ее болгаркой. Че, много жизни, да? Нет, подходите, Осталось чуть-чуть, ребята, добиваем. Извини, обстоятельства. Да ничего страшного. Ой, сгорело. Ну что, ребята, как я обещал, я ставлю всех NPC. Вы, пацаны, пока их расставляю, запасайтесь оружкой, потому что сейчас будет просто неимоверное что-то. 3, 2, 1. Выиграет сильнейший. Нифига себе, вы решили тут замочить всех. Я даже делать ничего не буду, потом буду смотреть, как вы их убиваете. Да, читерское оружие, пацаны, взяли. Хорошо, я усложняю вам задачу. Сейчас, ребята, сделаю вам что-нибудь пожестче. Готовы? Вот это же! Стоять, это просто трэш!
Толпа идет, смотрите, остановит их или нет? Я вижу, мочит наш, мочит. Я с мочью пил. Я валюсь. Давайте, пацаны. Давайте, пацаны, я всегда знал, что вы придурки. Пока. О, блин. Отвали. Отвали, отвали, я его боюсь. Извини меня. Извини, война не твой. Да вы что? Успокой. Да ты... А, вот так, значит. Хорошо. Сейчас. Меня сейчас болгарки распилят. Скромно. Ребята, тест. Проверим, выдержат ли они взрывы. У кого слабый компьютер, я вам не завидую. 3, 2, 1. У меня 1 FPS. А, уже больше. Нет, у меня нормально все работает. Блин, у тебя компьютер мощнее, чем у меня, значит. У меня вообще стабильность кадров все. А они живые все равно? У меня что-то... Да, они живые! Да вы задрали эти монстры вонючие. Стойте, а меня, кстати, видно уже наполовину. Да? Оно все время проходит, получается? Ну, чуть-чуть, да. Потому что меня вот в темноте видно было. Пацаны, ну что? Еще один тест. Ядерный взрыв. 3, 2, 1, 0. Пуск. Ой. Не, Дима, нормально вообще. А чё? А теперь я сейчас... Им пофиг. Последняя бомба, а потом ты. Если сейчас я не смогу взорвать, значит ты будешь. Самую сильную потом взорвать. А тут не в сильной бомбе. Тут, наверное, надо бомба, которая будет дамажить. Блин, ничего не видно за этих, блин, дыма. Я прям жестко учу дым. Ой-ой-ой-ой-ой, вода! Убил. Все, не все. А, не всех. Ну давай, теперь ты. Твоя очередь. Моя? Да, давай. Блин, все черное, ребята. Вакханалия полная. Слушайте. Так, у тебя нет тут? Стой. Свобом зво. Че, ядерные боеголовки или не ядерные? Ну давай, наверное, одну. Одну ядерную. Ну хорошо, это накидаю. Давай, давай. Ребята, все черное просто. Они не умирают. Они не умрут. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и постоянные ролики. Еще.